общем, решил я поменять шаровую опору. Правую, она у меня разбилась. У меня осталась старая с левой стороны, она хорошая еще. Вот она, вот эта хорошая, а вот эта разбитая. Турецкая, купил весной, в апреле где-то, в мае. Технород называется. Не знаю сколько, 1050 прошла и разбилась, короче. Я по ямам, на юг я ездил. Ну и в общем, тут по Москве, по Подмосковью. И она, в общем-то, разбилась. Туда-сюда она ходит там. Такой люфт у ней. Вверх-вниз такой, не слабый. Ну, сейчас буду ставить. Вот эту сюда. Сейчас поставлю и все. Тут сюда поставлю. Вот притянул новую шаровую, но она такая мягкая. Ну, люфта нету, но мягкая. Не знаю, наверное, надолго ее тоже не хватит. Я наспорк. Поэтому, ну, покатаюсь пока так. Зато бесплатно. То не 2000 новая стоит шаровая. Ну, какое-то дерьмо за 1000 покупать. Или за 700 рублей, как я покупал. Я, наверное, буду покупать, но потом. Ну, шаровую приделал, сейчас прикрутил. Сейчас привод прикручу, вот этот вот. Вот сейчас я его притяну, привод. И останется рулевую тягу приделать. И все, можно будет суппорт ставить и колесо ставить. Вот и все, все собрал. Сейчас колесо поставлю. И все. Шаровую поменял. Теперь будет нормально, без стуков. В общем, стал ставить колесо и забыл, что вот эту штучку около шаровой опоры не поставил, она там под диском. И сейчас опять снимаю суппорт, диск. Вот, колесо уже почти прикрутил. Меня отвлекли просто. И сейчас я поставлю. Все. И все, снова соберу. Все, короче, готово. Шаровую заменил. Ура! Короче, в Ашане можно обожраться на 88 рублей. Обожраться можно просто. Можно купить два яйца по 8 рублей штука, отварных, кофе за 35 рублей, два блинчика по 12 рублей и салатик за 20 рублей из морковки. Я это все уже съел. Осталось вот что. Слушай, Ашан рулит. За такую цену ни в одном магазине я еще так не жрал.